легко установить. Ты идешь в ОГ-29? Уже? Наши враги не ждут, пока мы залежим раны. Ну да. На плате НПС должен быть порт передачи данных. Только доберись до него и записывай, что хочешь. Ясно. Сообщу, как закончу. Пили первые новости. Тут такое творилось, телефоны просто разрывались. Все друг на друга орали, пытались понять, что происходит. Когда Миллер сказал мне, что ты был там, я... Я в порядке. Хорошо. Ты к нему? По-моему, он сейчас занят, с Леоном беседует. Правда? Он сейчас в НПС? Ну да. Я его только что видела. А, кстати, вот и твоя. Что это? Карточка для Тира. Чан сегодня утром сменил все коды и пароли. Сказал, даст доступ только тем, кого лично проверил. Теракт его здорово напугал. Уже третий за полгода, просто не верится. Спасибо, Ария. Не буду мешать тебе работать. Точно. Я пойду вниз, работы просто куча. Заходи, если захочешь поболтать. Думаю, Синг вроде адреналинового наркомана. Он любит ходить по самому.
Джо Дженсен, да? Когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость. Миллионы людей тогда погибли. Не буду говорить за всех, друзья, но лично меня до сих пор... Агент Дженсен! Очень странно. Тебя и наибольшее внимание в банке собственности Нексы. Информация, хранящаяся в стенах банка. Агент Дженсен! Видимо, транспортное управление поводу для спешки. Мы можем многое узнать по составу, но самое главное – исследовать взрыватель. Вот бы кто-нибудь рехнулся и взял на себя ответственность. Полиция у нас не любит делиться информацией. Прошлой ночью коллектив опубликовал налоговые декларации. Часами копаясь в мусоре. Швейцарии. Ничего пока не нашлось. Интересное чтиво. Но свой рекорд им не перебил. Дженсен, нужно поговорить. Господи, Дженсен. Я слышал о взрыве. Нужно переезжать. Я думал, мы с тобой вдвоем могли бы прижать Миллера к стенке и сказать, что здесь оставаться опасно. Не волнуйся, Чан. Полицейский участок, станция. Мы следующие. Я уверен. Я знаю, что мы следующие. Никто не знает, что мы здесь. Давай без паранойи. Ошибаешься. Нас уже ищут, Дженсен. Кто-то хочет нас найти. Прагу Давос только что взломали. Наше прикрытие? Я думал, это утка. Хотелось бы. Миллер попросил меня подчистить видео с разведкамер, чтобы понять, кто это был. А может, они как раз сейчас пытаются понять, кто мы? Иначе на что им импортеры? Думаешь, кто-то понял, что они только прикрытие? Понял, кто здесь на самом деле? Врагов у нас предостаточно. Эти террористы со станции. Думаешь, им не интересно, где наша штаб-квартира? Ты должен помочь мне понять, кто нас ищет, и остановить их. Хорошо. Есть зацепки? Я отследил хакера до одной пустой квартиры. Хлавни 33, последний этаж. Это совсем рядом. Он каждый день проходит мимо. А может, и заходит внутрь. Шутишь, что ли? Вот теперь ты меня понял? Понимаешь, почему я так нервничаю? Может, я и не прав. Но, насколько я знаю, мы должны были бороться с внешними угрозами. Не все так просто. Проберись в эту квартиру. Найди компьютер хакера. Все там осмотри. Будь осторожен, Дженсен. Мы понятия не имеем, с кем имеем дело. Посмотрим. Буду держать тебя в курсе. Янус полагается на общественное Я пробил. Говорят, тупая должность. А
Да они просто призраки. Джины все еще верят в то, что Синкхен сказал? Или... представлял, на какой риск идет. Где-то в городской канализации есть гангстерское казино. Теперь меня ничем не удивишь. Где отчет по жертвам на станции? Все здесь. За последний час без перемен. Работаю, пока не скажу. Прошлой ночью была новая атака, но защита выдержала. Нужно ее имя, срочно. Спасибо, копай дальше. Я бы сказал, что я пробил уже 60%. Привет, Адам.
Да господи боже. Думал, хоть один. Официального одобрения от Индонезии не было. Думал, хоть один из них где-нибудь всплывет. В расставленные сети. Не буду говорить, что мне это напоминает. Было бы хорошо действовать на опережение. Но где? Мне бы хотелось самой посмотреть на место взрыва, но, увы... Зафиксировано.
чип-стукач включен. Как странно, он что-то... Господи, Адам, это что, Миллер там сейчас разговаривает? Черт, подойди. Дженсен, срочно, ко мне! Агент Дженсен прибыл. Хотел прийти раньше, но вы были заняты разговором. Был. Мне как волноваться из-за тебя? Что-что? Тебе ведь здорово досталось. С головой, главное, все в порядке. Ничего необычного. Я с катушек не слечу и на людей нападать не стану, если вы об этом беспокоитесь. То есть тебя проверили? Аугментации работают? Я с этим разобрался. Вот и отлично. Ты мне сейчас нужен в полной боевой готовности. У вас голос был недовольный, когда вы меня вызвали. Все хорошо. Даже не думай бросать работу в поле, Дженсен. Пожалуй. Вас начальство донимает. Что? А, ты об этом? Нет, у нас проблемы с полицией. Нас не... Вы отправляете меня расследовать теракт на станции? Не в Дубай? Забудь про Дубай. Им Макриди занимается. При всем уважении, в Дубае нас застали врасплох. Наемники дрались отчаянно. Мне хотелось бы узнать, кто это был. Дженсен, террористы были аугментированы. Это наверняка КПА. Теракт на станции? Вполне возможно. Если мы хотим знать наверняка, нужно расследовать опыт. Мак-профи наверняка что-нибудь узнает об этих золотых масках. Вернем Синг к джинам, возможно, он через них еще не то выкопал. В любом случае, займись ружечкой, пока полицейские там все не растащили. Утром я отправил туда Флетчера, чтобы он проследил за сбором улик. Похоже, его арестовали. Он со мной не связывается. Они не могут нас не допускать. Чешская республика подписала наше соглашение с ООО. Нам дано право расследовать теракты. Ну, полицию сейчас возглавляет бывший директор службы безопасности и информации. Он нашел лазейку, говорит, это внутренний терроризм. Внутренний? Он говорит, это КПА? Коалиция за права аугментированных? Какая разница, что он там говорит? Может, он даже и прав. Нам в любом случае нужно туда попасть. Чан сказал, вы ему велели перенести запись разведкамеры, сделанную перед взрывом. Может, она нам что-нибудь расскажет? Возможно. Но между нами Чан после ружечки слегка расклеился. И ждать, когда он возьмет себя в... С чего мне начинать? По инструкции, перед возвращением в строй ты должен пообщаться с психологом. Не нужен мне мозгоправ. Чудесно. Потому что сейчас ее нет. И времени у нас в обрез. Как мне добраться до ружечки? Общественный транспорт там не останавливается. Остановится, когда я позвоню куда надо. Спускайся в метро и свяжись со мной оттуда. Удачи, агент. Сегодня вечером работаю сверхурочно. Чипа стукача.
что-то мы записали, но Янус дал неверный алгоритм для частот. Они дешифруются неправильно. Исправить можешь? Я пилот, а не программист. Могу, но время понадобится. Отлично. Чан говорит, что твой личный экипаж прибудет, как только ты выберешь на карте станцию Ружечка. Чан, вы что, приказали ему взломать транспортное управление? План А не работает. Дженсен, что такое? Ты что тут делаешь? Миллер меня послал тебя искать. Думал, ты на неприятности нарвался. Он так сказал? Прямо дословно? Потому что я не виноват. Что случилось? Я тут работал, всем заправлял, и раз, меня обвиняют в попытке порчи улик. Меня! Ты можешь поверить? Я бы такого никогда не сделал, Адам, никогда! Это наше место преступления. Да, но ты им попробуй объясни. Они за пушками полезли, так что я решил уйти, пока цел. Меня обвиняют в порче улик. Да они сами, небось, сейчас портят все улики. Знаешь, я сначала подумал, что это из-за Сони. Сони? Какой Сони? Да, просто девушка, я ее английскому учу. Муж у нее, оказывается, собственник. Ну, ты понимаешь. Смайли. Да, точно, отвлекся. В общем, я там, кажется, что-то нашел. Очень важно. Что-то, что может раскрыть все дело. Мне надо просто взглянуть на снимок места взрыва. Так что даже хорошо, что ты здесь. Ты же можешь в своем Дженсен-стиле туда пробраться и достать мне, что нужно. И что должно быть на этом снимке? Это улика Дженсена. Трехмерный снимок места взрыва масс-спектрометром. И? И если бы я пробыл там еще хоть минуту, я смог бы его забрать. А что мне надо найти? Это место взрыва. Там везде обломки и много полицейских. Когда пройдешь через турникеты и офисы охраны, увидишь турагентство, где у них снимок, если они не увидят тебя. Сколько там полицейских? Не знаю. Несколько. Они все с пушками были, так что я уж не стал пересчитывать. Как минимум один в силовом костюме. И мне кажется, что они сначала стреляют, а вопросы задают потом. Нам нужна эта улика. Да, именно. Правильно говоришь. Но ты не сможешь туда просто зайти и попросить ее. Ты ведь из Интерпола и, ну... И где мне его искать? Криминалисты обосновались в турагентстве. Точнее, там, где раньше было турагентство. Иди туда, забери носитель со снимком и выходи. Вот и все. Это дело не быстрое, Смайли. Понял. Я мешать тебе не буду. Вернусь обратно в штаб. Удачи. И не говори об этом Миллеру, ладно? Ага.
возвращаться. Все равно нам здесь не пойти. Гражданским вход воспрещен. Я работаю в опергруппе 29. Подумал, что мне стоит тут осмотреться. Неправильно подумал. Это местное расследование. Вам, опергрупповским, свой хрен сюда совать не нужно. Хорошо, забудем. Всего. Сердечное убийство. Вот что это такое. Мне казалось, он надолго в больнице. Советую остановиться здесь, Абрам. Все равно нам здесь не пройти. Полиция никого не пускает на станцию.
необычного. Thank you.
Подростки, наверное. Жена меня прикончит. Я стал нервным. Слышится всякое. Похоже, все успокоилось. Кому-то здесь нужна помощь. Смайли, снимок у меня. Да, фантастика. Неси его в мой кабинет, проверим, прав ли я. Понял. Thank you.
насраный, ау, к вагону про натурали! Хотите снад выволать панику? Укажите мне папиры! Делайте, небо вас соберу! У меня мало времени, можно как-то побыстрее? Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Какого черта ты натворил, Дженсен? Полиции говорят, что на станции на них напал еще один аугментированный террорист. Зашибись. А теперь иди к психологу. Это приказ. Озен ждет тебя в своем кабинете. Вот так. И давай быстрее. Чан нашел новую зацепку в деле. Съемка с разведкамеры указывает на КПА. Будешь проникать в город Големов. Сегодня тихо. Есть на что посмотреть. Адам, я расшифровала звук с чипа стукача. Это просто золотая жила. Ты должен это услышать. У меня сейчас полно дел. Скажи, где ты находишься, и я зайду, когда смогу. В районе Давны есть старая клиника Протез. Она закрыта, туда никто не ходит. Жду тебя там. Как дела? Снимок у тебя? Да, прямо здесь. Ты мой спаситель. Серьезно. Миллер и так ушел в плохом настроении. Не хочу снова давать ему повод выносить мне мозг. Миллер ушел? А куда? Я не спрашивал, да и вряд ли бы он сказал. Как там уроды из полиции? Заставили побегать? Они же сначала стреляют. Пришлось разобраться. А, вот как. Ну, сами напросились. И что там на снимке? Это мне неизвестно. Что? Ты же сказал, что нашел очень важное. Я не сказал, что знаю, что там есть, Адам. Я сказал, что это может раскрыть все дело. Не знаю, как ты, а я не ведусь на речи «виновата КПА». Я верю в то, что говорят мне улики. На носителе есть все наши ответы. От химического... И когда уже мы все сможем быть уверены? О, там часами надо данные брать. И потом еще у меня встреча с Соней. Надо извиниться за неудобство с полицией. Плюс я и с другими делами работаю, Адам. Я сообщу тебе, если... когда что-то найду. Уж пожалуйста. Даже не парься. Как дела? Представляю, как это исключить. Слава красивого.